Для начала небольшая экскурсия. Дмитрию Пестову показали сборочный цех предприятия «Меркатор» и его сервисный центр. В перспективе он должен стать основным в Московской области. Вот эти 11 подметальных машин и 10 уборочных тракторов совсем скоро будут обеспечивать чистоту и порядок на улицах Подмосковья. Летом убирать дороги от пыли и грязи, а зимой наносить антигололедные реагенты. Губернатор очень часто вспоминает, когда он первый раз приехал в Сергиев Посад, там был один трактор, который не работал. И для того, чтобы навести порядок, потребовалась целая программа. И сейчас у нас в областной программе ежегодно мы приобретаем порядка 200 единиц дорожной техники для муниципалитетов. Муниципалитеты с удовольствием это софинансируют и понимают, что это очень важно. В ответ прозвучали обещания максимально эффективно, разумно и по-хозяйски использовать подаренную технику в интересах жителей. Благоустройство в том числе будет зависеть от того, как будет работать техника. А техника будет работать, я уверен, хорошо. А качество благоустройства влияет на настроение жителей. Поэтому, в общем-то, для этого мы и работаем с вами. Я еще раз хочу выразить огромные слова благодарности за переданную технику и огромные слова благодарности нашему губернатору Андрею Ильичу Бабину. Всего с начала года по губернаторской программе в муниципалитеты передано 90 машин. В ближайшее время еще 39 единиц отправятся к новым владельцам. Технику ждут с нетерпением. Она позволит автоматизировать рабочий процесс по очистке улиц, тротуаров, стоянок и других территорий. Вот этот трактор, который будет чистить где-то в сельской местности дорогу, этот пылесос, который будет убирать парк, сквер или где-то городскую среду, оно даст очень большой результат, очень большой получится эффект. И только так можно сделать Подмосковье красивым, чистым, навести в нем порядок. Зампред выразил надежду, что губернаторская программа станет катализатором обновления парка коммунальной техники Московской области. При этом муниципалитеты должны развивать и собственные программы, изыскивать средства для дальнейшего обновления уборочного автопарка. Анна Макарова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».